самые необычные тоннели в Майнкрафте. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбак. Сегодня посмотрим на новые тоннели. Смотрите, какие у нас интересные персонажи. Здесь у нас вот такой вот персонаж Кейн из цифрового цирка. Это у нас шериф из Garden of Banban. Это у нас цветочек Дейзи. Зеленый Банбан. Джимен Туалет, Хаги Ваги. И это у нас Джек, тоже из цифрового цирка. Ну что ж, давайте начинать. Я думаю, что очень интересное видео нас сегодня ждет. Не забудьте тыкнуть лайк обязательно, пожалуйста. Ну что ж, погнали в первый тоннель и побежали. Так, смотрите-ка. Ух ты, это же цифровой цирк. Вау, приветики, ребятки. Это Узел. А это Помни, смотрите. Ой, шериф? Как мне надоедает этот цирк, я тут все арестовываю, все, никакого цирка здесь не будет. А то меня все детство, все дети говорили, я цирковой, я клоун, даже вот эту юбку подарили. В смысле? Надоели, я все арестовываю, в прямом смысле. А, у тебя с детства ненависть к циркам, да? Ну-ка верни все обратно, ты не настоящий полицейский, ты вообще монстр. Я шериф, ты че? Забыл, ну, что ли, да, кто я такой? Шериф, недоделанный шериф. Ну-ка, получай! В смысле? Ой. Я сказал, вот это платьишко можешь себе забрать. Ты больше на клоуна похож, чем я. Я ненавижу этот цирк. Я его арестовал полностью, понятно? Да, смотрите, ребят, он подарил мне какое-то платье. Фу, я теперь в платьишке. Я же мальчик. Слушай, шериф, давай-ка этого. Уходи отсюда. Ты и так тут слишком много испортил. Все. Хватит портить цифровому цирку все. Что ты делаешь? Ничего, все, я всех арестовываю, понятно? И тебя сейчас арестую, если ты не уйдешь. Да у тебя нет прав никого арестовывать. Да из тебя плохой полицейский. У тебя даже нормальной пушки нету. Я сказал, я ненавижу цирк, а значит, я имею право его арестовать. Так, слушай, Кейн, привет. Да, здорово, зомбак. Слушай, не поможешь, а? Этот шериф вообще оборзел. Постоянно у нас все грабит да грабит, да что ж с ним поделать-то? Не знаю, даже не знаю. Слушай, ладно, я вам помогу, сейчас мы все восстановим. Так, ребята, пока этот шериф ломает, эй, меня только... Ты че, хватит их всех ловить? Да, шериф, я тебе сейчас в тюрьму посажу. Да мне вообще пофиг на твою тюрьму, ты не имеешь права полицейского, это вообще-то против закона, если ты не знал. Эх, ребят, ну надо помочь хотя бы им. Сейчас придется заново посадить все. Я не сдамся, понял? Ты не победишь. Я сейчас заново деревья посажу. Сейчас они вырастут. И тебе их не одолеть. Цифровой цирк будет жить, и шоу должно продолжаться. Ух, какое дерево. Никаких шоу здесь не будет. Я сказал, никакого цирка. И в моей стране никакого цирка никогда не будет. Это первый закон, если ты не читал Конституцию. Так, слушай, надо бы это заканчивать. Наверное, я сейчас позову полицию, пусть они его арестуют. Все-таки это монстр. Полиция, приходите, пожалуйста. О, отлично, пришли. Да, здравствуйте, что тут происходит? О, шериф, мы тебя давно ищем, иди сюда. Успокойтесь, парни, вы что на меня тут? Успокойтесь, я не хочу никаких проблем с законом. Пошли быстро портал, Лестер Тюгейдинг Туровтов. Спасибо вам большое. О, ребята, отлично. Они поймали шерифа и утащили его, наконец-то мы с ним справились. Так, надо бы его... Так, Кейн, вы тут сможете отсюда выбраться? Да, конечно, без проблем. Иди дальше, мы тут разберемся. Спасибо тебе большое, с Кейном главное справился. Большое спасибо. Да нет, что, конечно же. Так, ладно, а, тут есть кирка. Давайте мы сейчас тогда вытащим хотя бы Кейна, а он уже освободит всех остальных. На, дружище, держи кирку. Выбирайтесь, а я пойду дальше. Погнали! А вернулись мы, ребята, из второго тоннеля, потому что шериф все-таки захватил тоннель вот этого Кейна, да? Ну а мы сейчас отправляемся смотреть дальше к Дейзи. Посмотрим, что там. Ух, ребята, смотрите, это что еще такое? Здесь какая-то... Смотрите, он алмазы добывает! Там шахтеров много работает. О, там цветочек Дейзи меня ждет. Давайте сейчас... До нее доберемся. Аккуратно, только бы не упасть вниз. Перепрыгиваем сюда.
переходим. Дейзи, я сейчас сюда встану. На тебе, получай! Отлично! Разобрались, Дейзи. Шикарно, ребят. Ну, мы молодцы. Смотрите, как тут много всяких шахтеров. Ой, это что такое летает? Ой, ух. Это... Стоп, подождите, Дейзи? Я ж тебя победил! Ну и что, что ты меня победил? Это мне не мешает тебя догнать сейчас. Ребята, Дейзи упала в лаву, смотрите, она горит. Ну ты вообще сама упала в лаву, бе-бе-бе. Вот это да, ну мы легко с ними разобрались, вы это видели? Да, ну конечно, она вообще... О, может нам спуститься тоже вниз, алмазиков себе подобывать? Я бы на самом деле хотел себе алмазов добыть и построить себе алмазный дом. Ну ладно, пойдем попробуем отсюда подняться. Я не знаю, наверное, мне вон в тот портал все-таки, да? Аккуратненько поднимаемся и... О, здесь один из шахтеров пришел. Шахтер? Так, нам, наверное, в эту сторону. А! Ты кто такая? Я Дейзи, немного лавы, ну теперь я тебя точно догоню. А, он горящий, Дейзи, ребята, срочно убегаем сюда. Она идет за мной. Быстрее, быстрее, сматываемся. Это что такое? Дейзи, нет, 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 пожалуйста, уйди. Не надо, пожалуйста. Нет. Спускаемся, она еще здесь. Сматываемся, ребята, смотрите, она гонится за мной. Поднимаемся. Ребята, горящая Дейзи, что? Блин, давайте еще раз попробуем. Я упал случайно, ребят, реально не хотел. Ай, она меня опять скинула. Да за что, Дейзи? Да, а что, тебе что-то не нравится? Я же говорю, я тебя догоню. Да все, отстань, пожалуйста. Да-да, я смотаюсь уже в портал. Ух, ребят, это горящая Дейзи. Как же ее победить-то, а? Может, она все-таки упадет? О, она смоталась. Все, я не знаю. Ее даже огонь не побеждает. Надо просто убегать. Она опять проходит. Сматываемся, ребята. Возвращаемся, друзья мои, обратно. Ох, страшилина такая. Надеюсь, я ее больше не увижу. Идем, ребята, в зеленый тоннель. Посмотрим, что же за интересное такое придумал нам Бан-Банчик. Уху! Ух, ребят, надеюсь, она меня не догонит. Что происходит? А, Бан-Бан! Что с тобой стало? Здорово. Наконец-то я тебя дождался. Ты не пройдешь эти испытания. В смысле не пройду? Да я там... Ты видел? Я со всеми испытаниями справился. Даже от Дейзи горящий убежал. Вообще ничего меня не остановит. По сравнению со мной она слабачка. Так что, ну-ка, ребятки мои, выходите, давайте-ка из портала. Ой, что это за монстры? Бан-Бан, это твои монстры? А! Что за гигантский бургерный монстрик? Ну, а ты что, думал, будет тебе слишком просто это испытание пройти? Ну, блин, ребята, Бан-Бан подготовил для меня каких-то своих гигантских монстряк. Ладно, сейчас я с ними обоими справлюсь. Ну-ка, опа! Отлично, понял, да? Нет твоего монстра, ну, иди-ка сюда. Это еще не все. Ну-ка, выходи-ка, еще один. Ой, это кто такой? Скибиди головастик какой-то ракетный. А ну, брысь. Ух ты, ребята, а этот пострашнее. Он, у него еще и ракеты, он пулять ими может. Так, сматываемся, убегаем. Отстань от меня. Как же его победить-то сложно. Бан-Бан, ладно, признаю, у тебя сложные монстры. Я говорил, что с меня непросто пройти. Я тебе не просто Дейзи какой-то. Он мне сломал тут половину испытания. Так, ладно, ладно. Все. Давайте-ка его сейчас подойдем. Ну, я знаю, кого его победить, ребята. Видите, он зеленого цвета. Он, это радужный Бан-Бан. Его можно победить вот таким радужным луком. Один удар его точного попадения, и Бан-Бана больше нет. А, чё, боишься, да, стрелы? Ну иди сюда! Нет, на тебе! Ах ты! Ах, промазал, ребята, надо в него попасть. Давай, давай, получай! Чё, боишься? Убегай давай в портал, чтобы я тебя не видел. Не-не-не, я не убегу, пока ты не попадешь. Так, ребята, прицелиться. Давай, давай, надо его победить. И, ну как же, промазал, ребята. Сложно. Чё? Ну-ка, остановись, пожалуйста. Получай! Чё, больно, да, Бан-Бан? О, всё! Мы его победили, ребята, монстрик уничтожен. Отлично, Бан-Бан зелёный побеждён, погнали дальше. Ой, ребята, больше я к ним точно не пойду. Ну, а мы отправляемся к Джимену туалету. Не хотелось бы мне его сегодня встретить. Ладно, надеюсь, мне хотя бы пушки выдадут, погнали. Ух, ребята, эти монстры с Кибини мне надоедают уже. Смотрите, это что за черный настенек? Так, ладно, попробуем здесь пройти, пропаркурить.
Так, райский туалет, давай-ка лети вниз, получайте, монстры. Ну, надеюсь, хотя бы Джимена я сегодня не встречу, потому что не хотелось бы с ним подраться. Здесь и так много монстров, мне и этого хватает. Смотрите, я уже почти прошел. Я могу пройти тут легко, я думаю. А интересно, вот этого монстра можно победить? Ну-ка. Тебе что, слишком легко, ой, я смотрю? А-а-а, Джимен! Что ты такой страшный, а? Так, тихо. Как бы обратно прыгнуть. Ты что делаешь? А как я пройду? Никак, ты не пройдешь эти испытания, я тебе буду мешать. В смысле мешать? Ну я ж тогда в лаву упаду. Эй, ты, Джимен. Ах, блин, плохой, а он еще и летать умеет. Как мне здесь пройти, ребят? О, подождите, там какой-то сундук. Ребят, надо быстрее туда спрыгнуть. Так, потом я смогу подняться обратно. Ой, чуть в лаву не упал. Джимен, я сейчас до тебя достану, понял? Эй, на стенах, ты че мне здесь мешаешься? Он сожрал на стенах, ребята! Вот дно касание. Ладно, мешается, что у нас здесь? Мешается мне. Я нашел кирки, отлично, это нам поможет. Надо быстрее. Так, раскапываемся. Если я не успею раскопаться, то не убегу в портал. Нам надо сматываться. Джимена мне точно не одолеть. Не знаю, он слишком силен. О, он упал в лаву, смотрите. Получай, Джименчик. Привет. Привет, я не успел прилететь, ты уже сам справился с Джименом. Да, Джимен просто в лаву упал, нубик. А ты привет, ты пришла ко мне на помощь, ты добрая, да? Ну, конечно, ну я не к тебе, правда, на помощь пришла, я хотела справиться с Джименом, потому что он недавно разрушил нашу базу с ТВ-менов. И надо было срочно с ним справиться. Ох, ты вумен, я очень рад, что ты все-таки пришла. Ты очень крутая, сколько у тебя телевизоров? Можно у тебя на каждом телевизоре разные мультики смотреть? Такие мультики? Я вообще-то этими телевизорами справляюсь с Джименами и со Стиви Скибиди. Ну я знаю, да, ты так-то этот, тебе не до этого, ты с монстрами дерешься. Ну слушай, ладно, не буду мешать тебе защищать наш мир, я пойду дальше, меня ждут новые испытания. Так, ребят, а мы прыгаем в этот портал, погнали! Убегаем, сматываемся, ладно, ребята, осталось у нас еще два самых крутых тоннеля. Побольше теперь вот такого вот синего цвета и маленький хай. Хаги-вагик, посмотрим на него. Фух, ребята, надеюсь, здесь уже мы закончим. Так, куда мне идти? Ой, там хаги-ваги какой-то стоит, смотрите-ка. У него огонь в руках. Хаги-ваги, что с тобой? А! Ты я кто такой? Я тебя нашел. Ха, сейчас я тебя найду. Ты кто такой? Ты что за повелитель огня, хаги-ваги? Он меня поджигает. Я Хаги-Ваги, повелитель ада и огня, и вообще всего огненного. Ребята, этот маленький Хаги-Ваги может управлять огнем. Как от него спрятаться? Он здесь все поджигает, смотрите. Так, ай, аккуратно, ребят. Как же мне пробраться? Мне нужен вот именно туда, там проход в портал. Так, стоп, подождите, здесь есть Джек. Давайте к нему подойдем. Джек, привет. О, здорово, зомбак. Ты не знаешь, как справиться с этим монстром? Я уж все перепробовал. Ну да, я тоже бы не знаю. Давай с тобой подумаем, как же можно победить вот этого Хаги-Ваги. Так, эй, Хаги-Ваги, уходи давай! Может тебя просто пострелять, а? Нет, так не пойдет, иди отсюда! Он слишком силен, ребят, вы на это посмотрите, он очень силен. Он с каждой секундой становится все сильнее, его нельзя тут оставлять, он сможет победить Джека. Так, что у него тут? А, вода! Это то, что нам нужно, ребята. Так, пушки нам не нужны, нам нужна вода. Так, чё, боишься водички? Иди сюда. Нет, так. Нет, только не водичка. Да, ребята мои, Джек, я был прав, он боится воды. Сейчас мы его зальем. Ну чё, Хаги-Ваги, иди сюда. Вот. Не-не-не-не-не-не-не. Смотрите, ребят, мы отпугиваем его водичкой. Сейчас пробежим в портал. Хаги-Ваги, иди сюда. Нет, только не водичка, пожалуйста. Так, разольем вот здесь. Хорошо у нас получается, ребят, мы проходим потихоньку. Так, еще вот здесь водичку. Чё, Оля, Хаги-Ваги? Нет. Нет, только не вода, нет. Испугался?
залить воду! Бам! Ребята, он испарился, реально! Хаги-Ваги все-таки огненный король, но вода его враг. И мы победили его этим ведром воды. Мы большие молодцы! Ладно, Джек, давай удачи! На, держи водичку, если что придет, вот с ним дерись. А я погнал в портал! Возвращайся, ребяточки, обратно! Вот такие у нас сегодня тоннели получились! И я надеюсь, это видео вам понравилось. Обязательно поддержите меня лайком и подпиской на канал. Смотрите другие ролики на моем канале. С вами был Зомбак, и до новых встреч. И всем пока-пока.